Пушкинская площадь во многом первая. Примыкающий к площади Тверской бульвар стал первым бульваром в городе. От площади начиналась одна из первых линий московского трамвая. Здесь появился первый московский извозчик на автомобиль. На Пушкинской открылся и первый в стране Макдональдс. Тогда он выглядел как экзотика и собирал огромные очереди. Сам памятник Пушкину – народный проект. Деньги на него собирали по подписке. Но раньше он стоял на другой стороне Тверской, напротив Страстного монастыря, который дал первое название площади и был снесен в 30-х. Получалось, что поэт как бы склоняет голову перед обителей. На нынешнее место памятник перенесли в 30-х, когда готовились к столетию со дня смерти поэта.